Если вы хотите, мы говорим, давайте отойдем вот сюда. Да здравствует Конституция России! Скажите, да здравствует Конституция! Конституция, наоборот, уже не до здравствует. Уже не до здравствует. Приговор обвинительный. Скажите, пожалуйста. Приговор, который, в общем, перечеркивает. Вы довольны решением суда? Нет, приговор. Юрий, что ли? Ты себя оправдаешь, что ли? Конечно, вы тоже правильно такие выставки. Раз, чтобы хотя бы меня. Я этому сама говорю, что я не сказал вчера. Он абсолютно был неправ, что не прилетят твои слова о том, что ты... Так нельзя делать. Да, как не относиться? Это невозможно, то, что они делают. Конечно. Нет, ну я ему сказал это, как нельзя, совершенно неправо в отношении. У меня никогда не было никакого чувства, что ты сделал что-то неправильно. Ну хорошо, господа, три слова. Да, ваши комментарии вот теперь всем. Скажите, что вы думаете по решению суда? Ну, приговор обвинительный. В том-то и штука, да. И не просто приговор, а весь смысл приговора, что дальше... Вот в нашем государстве, хотя оно светское, ну, любой показ в светских учреждениях культуры, ну, понятно, что только светских, работ, в которых религиозные символы вот, используются не в религиозном значении, а выражают другие мысли и смыслы, фактически запрещен. Он находится под угрозой уголовного наказания. По-простому говоря, это означает, что вот такое... Использование в искусстве религиозных символов приравнено к преступлениям против веры. Такие преступления против веры были в уголовном наказании царской России. Вот сегодня суд взял под уголовную защиту, ну как бы открыл новый род идеологических преступлений. Вот в Советском Союзе идеологическое преступление было критика советской власти. В нашем обществе, в нашем государстве новый вид идеологического преступления это критика церкви, критика каких-то аспектов деятельности церкви. Но никакое, понимаете, вот носитель в обществе существует ведь религиозное сознание и нерелигиозное, они равноправны. Никакое решение суда не может, ну, скажем так, убедить носителей нерелигиозного сознания в том, что этого сознания не существует и что оно направлено на разжигание религиозной вражды и ненависти. Современное искусство совмещает все со всем. Запретить это решением суда – это ужасно. В общем, это решение суда означает, что наше государство и наше, ну, прошу прощения, наше РПЦ сделали очень серьезный шаг в очень нехорошем для себя самих направлении и для людей тоже. В общем, последствия этого плохие для всех. Хотя то, что приговор не связан с лишением свободы, ну, естественно, это хорошо. Вот та сумка с вещами, которую я взял, мне не пригодилась.